Добренько. Всем добренько. Олег, котик, это я, Тимотина. Кого хрена ты играешь в игры, когда у меня в подъезде перегорели все лампочки? Срочно выезжай, все почини. Без тебя весь подъезд во тьме. Срочно, да, обязательно. Сейчас выметаюсь. Тимотин, чуть-чуть надо подождать, чуть-чуть. Подожди до завтра. Нет, Тимотин, я сейчас позвоню, короче, напарнику. Скажу, лампочки у тебя перегорели. Сейчас позвоню. Так, 8-9-9-9-3-7-2-8-22-31. Так, все. Алло! Юрий Михайлович, ё-моё, чё ты там? Чё я тебе, а? Чё там, лежишь, пердишь, опять смотришь свои сериалы про ментов? Да, у нас труп, выезжаем, я знаю, чё ты смотришь. Сериалы свои сраные про ментов, да пиво бухаешь. Да. Лёжа, слушай, надо сходить на шабашечку. Шабашечка для тебя, ёпта. 33-й дом... Короче, Верхняя Симская улица. Надо сходить туда. Понял? 6-й этаж. Короче, туда приходишь, поднимаешься. Вот, ну, знаешь, лучше что? 5-й, 6-й, 7-й. Вот эти этажи проверь. Если где лампы перегорели, все поменять. Все, значит, поменять там, ну, там светильники, знаешь, такие. То есть, 3 болтика, откручиваешь, крышку снимаешь. Там либо стоят лампочки такие люминесцентные, G-формата, G-лампочки. Ну, ты понял, такая подковообразная лампочка. Их там 2 штуки, вот. Если она не горит, ну, если ты их меняешь, и она не загорелась, значит, там дроссель наебнулся в лампочке, вся эта электроника. В эту, значит, всю эту херню снимаешь, дроссель снимаешь, все отхерачиваешь и ставишь патрончик. Вот. Все. Давай. Верхняя Симская, понял, да? Все. 5-й, 6-й, 7-й этаж все поменяю. Ну там на этаже там 3-4 лампы поменять и все. То есть там недолго это. Все. Все, я в долгу буду, у тебя понял? Все, давай. Короче, сейчас Михалыч сходит, поменяет. Ну, а у меня Джак, постоянно на китайских езжу. Есть Джак. Да. А я сейчас открываю Кинопоиск, а там реклама ГАК. То есть понял, Джак есть отдельно, есть ГАК. И это разные типа тачки. Да, не, я вот сейчас, допустим, на китайцах часто на каршеринге езжу, не знаю, они охеренные так-то. Я тут недавно ездил на Амода, Черри Амода, у нее полностью... Черри это разве Амода? Да, там есть Амода модель. И там, короче, беспроводная зарядка телефонов, там такой огромный дисплей у тебя получается спереди. Приснёшь кику? Заместо этих вот приборов там уже дисплей. Очень крутая тачка, не знаю. Последнее время китайцы меня прям радуют. Они довольно интересные. Бля, как бы не открылась эта хуйня, знаешь? Нет, она не откроется. Бля, сейчас на диван. На резинке эта штука. Брат, ну это вода просто вообще. Это вообще, это вода. Да. А я сейчас просто... Сколько заварок уже у этого чая? Седьмая, знаешь, там типа с той хаты еще типа. Ой, пацаны, ты можешь что-нибудь нормально сделать, брат? Ну реально, это вообще... Можно чуть-чуть его... Освежить. Ну да. Добавить. Ой. Алло,
Алло, Василий Иванович, водка есть. У меня теща померла, давай помянем. А Честельвания, а где ж наша Честельвания? Торговец, походу. Эй, дядько! Что с тобой, малыш? Ты неважно выглядишь. Ты опять водишь этот дурной сон каждую ночь. Так и тебе просто морская болезнь. Это пройдет, малыш. А теперь извини меня, мне лучше, ну там, направиться в кроватку. Да, вот это интересно, интересно. Кроватку, говоришь, направиться. Вот я тоже в твою кроватку зашел. Ну, это капитанский мостик. Я на мостике. Я капитан. Правда, странно, что на мостике никого нет. Эй! Корабль идет своим ходом. Там вон есть какая-то бабёшка, давай к ней подойдем. Я не могу тебе сказать, как... Это смотреть на море и небо целыми днями. Я был бы счастлив отдать бы на оказаться на земле, короче. Да, ну это что-то... А вот и весь и корабль. Ну, это нос корабля, по факту. Это нос корабля, да. Я возвращаюсь к возлюбленной. Я почти забыл, как это держать ее в своих руках. А ты зачем тебе этот Торлу? Что? Твои стены привели тебя на корабль? Ты ни один из этих нет? Ведь так? Да, ничего так, ничего так. Хотя чем тут можно на этом корабле заняться? По факту ничем. Только спать да есть. Да и то, еды тут особо на корабле нет. По факту тут нет еды на этом корабле. Можно сказать, что тут такая еда специфическая только. Если только пить ром... На Новый год стримить буду стримить. Будем рано утром выпивать чарочку, ваншот за 5000. И Олежа ушел нахуй в нирвану. Лучше, я тут как там, сейчас, подожди, сыщи написали. Лучше девушка без писи, чем машина Митсубиси. Да, это точно, блядь. Не знаю, я что-то в последнее время, мне Митсубиси вообще бренд не нравится. Мне много брендов не нравится. Мне и Мазда не нравится, мне и Дохерачу не нравится. Так, ну что, пробуем. Ты попробовал уже? Да, давай хороший. Давай АСМР сделаю. Угу. Ну, типа апельсиновый внутри или что? Угу. Что-то такое. Да. Ну, как сказать, не нравится. Это для себя, если рассматривать тачку. А если вот в каршеринге, мне вообще... Главное, чтобы она была современная такая. С экранами, с дисплеями, с беспроводными зарядками. Да нормально, нормально, нормально все. Чуть-чуть снижались, но ничего страшного. Булдай.
Понятно, идем. Булны. Это фигура высшего пилотажа, а что вы хотите? Да я уже разобрался в управлении. Алло, алло, Василий Иванович, водка есть? У меня теща померла, давай помянем. Что-то тут там сям, вроде тут экраны, тут подсветка, тут кожа, может, вроде как Ламборгини внутри сидишь. Ну не знаю, хотя вот сейчас молодые ребята там, кому по 20 лет, они, может, и Мерседесов уже и не видели, они уже эти чанганы, как... Они уже полностью забудут, мне кажется, вот эти марки, BMW, там, Mercedes, Коршеринг, это Солярис, да это вообще просто дрова, блядь, да, не машина, нахуй, я не знаю, это я раза три она мне в Коршеринге попадалась, все три раза это жуткая ублюдина. Да. Вот. Потом есть еще херовых машин, это Volkswagen Polo. Полик. Тоже, ну, чуть получше этого Соляриса, но тоже дерьмо. Ну и Kia Rio есть тоже. Kia Rio тоже так себе. Вот это фантазер, ты меня называла. Блин, вот этот донат я уважаю. Это я уважаю, мне нравится. А так скажу, ну вот смотри, миллион кладешь под процентов, копилку, 10%, допустим, там у них. 10 тысяч получаешь с миллиона каждый месяц. Вот. 2 миллиона, 20 тысяч в месяц. Но это если 10%. Сейчас будет ставка ключевая повысится. Сейчас будет 14. Уже есть банки, где можно под 14% положить. Под 14% это получается с миллиона по 14 тысяч в месяц. Олег, тебе надо женщину завести. О другом будешь думать. Будешь ее на моря возить, шубел покупать. Да, спасибо. Thank you.
фильм про одиноких японских стариков. Олег, ты не прав. У меня гендиректор. Жил в Германии, был очень богатым человеком. Лечился в Германии, Америке и Израиле. Перед смертью посетил 7 стран мира и городов мира. Умер. Фильм «Мошенники». Спасибо. Но тут вопрос в том, что, видишь, бывает, что болезни такие, что их и вылечить-то и нельзя на данный момент. Понятное дело, что не от всех болезней мира. Вон, Стив Джобс тоже умер, сколько бы у него не было денег. Но если мы просто вот говорим про обычные какие-то там заболевания, которые можно вылечить. Если у тебя есть деньги, то ты можешь их вылечить. Ты можешь обследоваться в лучших клиниках, можешь многое так себе позволить. Когда у тебя денег нет, ты максимум, что можешь себе позволить, это только в местной поликлинике какой-нибудь там больничке под засранной. Вон как я там лечился от этого. Где там? Ну, лежал-то я в больничке мне года 3-4 назад. Ну и чё, вот и всё. Да, управление, конечно, тут юперный театр, я бы вам сказал. Это управление юперный театр называется. Так, ёперный театр управления называется. Знаете такое? А чё, ручничка нету? Буду нету. Но я развернуться быстро не могу. Вот я какие кнопки нажимаю, никакие не помогают. Ход назад есть, но он мне быстро не разворачивается, мотоцикл. Он так, как на рельсах едет. И сбить никого нельзя. Ну что ты так ездишь-то, как катят, блин? Как тупая сучка. Популярно, да, реально. Есть такое. Так тоже должны понимать, на Kia Rio едешь ты за 8 рублей минута, а на Хавале уже за 13 рублей минута. Ну это да, вот да. Вот, LX. А, ну такое я даже не пробовал. Ну вот я зарегистрироваться хочу вот в этом City Drive. Опа, я сейчас тебе скину реферальную ссылочку. В Питере вообще же много каршерингов, очень много. Оп, сейчас я реферальную ссылочку тебе какую-нибудь отправлю. Так. Можно тут такую сделать? Программа лояльности. Нет, этот, конечно, подешевле. Вот если я вот посмотрю сейчас Daily Mobile сколько. Вот есть Kia Rio за 8,2 рубля в минуту, а есть за 12 рублей в минуту. Олег, это ты пирожное мое съел, да? Это мой чай, ты чё? А, блин. Мерзавец, блядь. Налил чайку. Чайку мою любимую с воздухом, знаешь? Да. Ты угощайся, блядь. Я его рекламировал, блядь. Да. Доедай уже, брат, доедай.
Мы сейчас сходим вниз, купим там. Мы сейчас сходим на первый этаж, там есть... Магнит? Нет, там есть холодильники со самообслуживанием, там все можно покупать. Как в Америке, ё-моё. Это вообще полный дом, как... тут даже прачечная на первом этаже, как в Америке. С этими стиральными машинками. Большими, да? И с сушилками. Да. Да. Это не вот эти вот там. Алло, привет, братанчик. Подскакивай на вечерочек. У нас две девочки классные. Будем кататься на Камри 3.5. Не-не-не, никакие Камри 3.5. Жигули, блин, Лада девяточка.